В регионе продолжается вакцинация подростков, кормящих и беременных женщин от COVID-19. Учащиеся специализированной казахской школы-гимназии имени Абая начали получать второй компонент прививки. На сегодняшний день 37 обучающихся получили первый компонент вакцины против коронавируса, а 12 прошли полный курс. Ученица 11 класса Жанель Булат, осознав всю важность вакцинации и получив разрешение родителей, решила сделать укол здоровья. 21 день спустя она одна из тех, кто прошел первый курс вакцинации от компании Pfizer. Сегодня 24 декабря я взяла второй компонент вакцины Pfizer. Все хорошо на данный момент. 2 декабря я взяла первый компонент, все прошло отлично, никаких симптомов не было. Чтобы взять вакцину, родители были согласны на это все и дали свое разрешение. И я думаю, что эта вакцина нужна и нужно брать ее, потому что в дальнейшем, в будущем это нужно для здоровья и для будущего. Сегодня 12 школьников прошли полный курс вакцинации, еще 5 получили первый компонент. Для этого тщательно проверяла здоровье учеников и разрешение родителей. Вакцинацию проводят врачи городской поликлиники номер 3. Учреждение здравоохранения выполнило 50% плана по коммерческой вакцине. Прививаем детей уже с 18 ноября. Привили уже мы 330 детей первым компонентом, вторым компонентом 230 детей прибили. Детишки приходят, 50% поликлиника выполнила. Сейчас дети вакцинируются лучше и приходят с родителями и в поликлинику, и в школах мы прививаем. Выходим и вакцинатор, и регистратор, и врач. В казахской специализированной школе-гимназии имени Абая обучаются 1059 учеников. В настоящее время 37 из них получили первый компонент вакцины. Отметим, что ревакцинацию прошли 24 учителя. Айман Кузимбаева, Жанбота Естайкызы, Орал Амренов, служба новостей.